Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами уже не распакуем, я распаковал ее и посмотрел. Вот, посмотрите, пожалуйста. Это у нас беговая дорожка от Xiaomi. Называется она Walking Pad. Мне ее прислали, скорее всего, на ютубчике вы увидите. Много у кого такую присланную, значит, беговую дорожку. Я уже потестил, погонял. Хорошая, не без плюсов, но и не без минусов, скажем так. Вернее, с плюсами, но не без минусов, да? Как вы видите, она достаточно компактная, то есть вот она вот в сложенном состоянии, то есть я ее вот сейчас вот могу, она на ножках катается, все, то есть вот видите, да, то есть пожалуйста. Что-то подобное я уже видел от Unix Fit, по-моему, но она не вот так складывается прям пополам, а она просто стоит длинно, ее куда-нибудь к стене, все педали, да, то есть там складная чисто ручка. Сейчас вам покажу, как это все дело работает, на самом деле вещь прикольная, но с особенностью. Давай смотреть. Значит, по краям мы здесь откручиваем вот эти вот два, значит, болтика и поднимаем вот эту стойку. Далее мы, естественно же, опускаем вторую часть, и вот таким вот звуком она бамс у нас раскладывается. То есть, по сути дела, мы уже можем бегать, но для начала нам нужно закрепить вот эту приблуду. Либо для ходьбы мы можем сделать следующий ход конем по голове. Вот так вот, раз, здесь. Все это дело вытягиваем. И вот так вот кладем. Тогда у нас режим, значит, ходьбы работает, все педали, то есть, ну, сейчас мы еще не подключили, то есть, она удобная, она 42 сантиметра шириной. Есть уже, это все фигня на самом деле, то есть, мне кажется, это самый бюджетный. Здесь она, в принципе, тоже, по-моему, 500 с лишним баксов стоит. И для 500 баксов это хорошая ширина, то есть, 42 миллиметра, сантиметра, это клево. Сразу скажу, вот это максимальная высота, то есть, вот я буду бежать. И я видел, что некоторые, допустим, когда бегают в спортзале, там есть специально для пульсометра такие штуки, да, то есть пульс замеряет. Здесь вы этого не сделаете, посмотрите. То есть вот, будет шататься трындец, это на максимальной высоте. Эта штука нужна для того, чтобы просто посмотреть какой-то видосик, кинешку, ну, что-нибудь, да, допустим, там, врубил, да, если там, допустим, чтобы никому не шуметь, можешь какие-то там уши подрубить или что-то, не знаю, хрен узнает. Ну, то есть, планшет сюда зайдет, потому что вот здесь широкая у нас, значит, такая площадочка, здесь у нас вставки резиновые, то есть, он прям хорошо туда входит, то есть, он оттуда, вот, я OnePlus пытаюсь выкинуть, он не выходит, он прям резинками зажимается, но вот это дело болтается. Чтобы это дело хотя бы минимум уменьшить рычаг вот это вот, скажем так, шатание-болтание, да, нужно вот таким вот образом хотя бы пониже где-то сделать. Оп. И тогда он уже, видите, не так сильно пошатывается, но не так. То есть, естественно, чем выше у нас будет она подниматься, тем она будет, скажем так, сильней шататься. А теперь все это дело включаем. Так, для запуска нам нужно вот этот вот красненький локер, который в комплекте идет, вот сюда воткнуть. Она у нас пикнула. И вот снизу у нас появился циферблатик, значит, все педали, да, все, километры, сколько мы там находили. Управление есть несколько вариантов, то есть вы можете либо с приложухи все это на рулю тыкать там, либо вот таким вот пультиком, который опять-таки с батареечкой уже идет в комплекте. То есть мы можем бамс нажать и пошли. Ну, я в носках, давайте я, наверное, все-таки надену, значит, кроссовочки, да, чтобы было все-таки более приближенно, да, стоять. Ну, вроде все, ноги переобули, все классненько, все зашибись, погнали. Бимс. Ну, не взорвется? Нет. Все, вот мы поперли, это двойка у нас, да, давайте прибавим немножечко. То есть, чтобы вы понимали, насколько она, скажем так, верткая, да. Ну вот, ходьба на четверке, пятерку я, давайте на шестерку. Ну, то есть, вот, быстрая ходьба. Давайте посмотрим максимум ее. Я-то знаю, я вам покажу. Вот, 8, побежали 9. И вот это 10, все, притык. То есть, вот так вы будете бежать. Смотреть какую-то кинешку, пожалуйста, вот ты бежишь, наушники, смотришь. В принципе, эта штука не сильно, скажем так, болтается. И все, и попер себе. Можно в окно даже смотреть. Ну-ка, быстрый стоп. Вот, она не быстро тормозится, то есть она постепенно. Что хочу сказать. Шумит, вы сами прекрасно слышали, как. Она недостаточно такая, ну, не гудит, как это обычно бывает там в спортзалах. Но разбудить сможете людей. Так, ну и в принципе, все это дело... Можно и вот так все это управлять, то есть не вопроса.
Относительно, значит, теперь технических характеристик. Это очень важно перед покупкой. Значит, по весовому ограничению 110 килограмм максимум. То есть, если ты, чувак, чуть-чуть тяжелее меня, я такой достаточно упитанный такой пацан, да, то есть, где-то на килограмм 10-15 ты будешь тяжелее меня, ну, хорошо, на там на 15-20, все, трындец, ты на нее уже не встанешь, серьезно. То есть, она рассчитана максимум на 110 килограмм. Еще один минус, который стопудово бегуны, да и те, кто ходят в зал, привыкшие уже к крутым беговым дорожкам, заметили, здесь нет регулировки угла. Угла наклона, чтобы ты в горку бежал, все педали. Есть вообще там программируется, то есть ты можешь запрограммировать себе типа бег по пересеченке, там, знаете, да, ты бежишь по холму, потом раз-раз-раз ты идешь нормально, потом опять. То есть здесь этого нельзя, то есть врубил, как будто ты вот просто по горизонтали бежишь, да, прям как по стеклу. То есть никак она не регулируется, никак ничего не делается, да, то есть в этом минус. Нет никакого экрана. То есть нет, можно в приложухе все это наруливать, и у тебя, по сути дела, экран выполняет, значит, смартфон функцию экрана. Но в этот момент ты не сможешь зато тогда что-то там посмотреть, не знаю, видосики и тому подобное. То есть вот эти минусы, скажем так, сразу же, да, возможно, кому-то и сколько на 500, ну, короче, где-то она получается 35, там, 300, под 40 тысяч стоит. Это не дешевая фигня. То есть 500 баксов это у нас, да, сейчас где-то так. Ну, ориентировочно. То есть, опять же, похоже, еще раз говорю, есть, но у них единственный, скажем так, минус, а плюс этой, заключается в том, что она делает следующее. Бамс! И все. Она может пополам складываться, и на самом деле это не так уж и сложно. Девочка это сможет сделать, плюс колесики есть. Да, то есть, ну, колесики надо показать, да, наверное, вот так. Да, да. Вот, снизу колесики, то есть бабах и все. Бамс и покатили. Все. Вещь забавная, вещь интересная на самом деле, но кто скажет, я за эти бабки, сколько он там, 40, там 35 тысяч абонемент в зал возьму, и там будет все покруче, возможно и так. Но это именно для домашнего использования. Конечно же, во всех спортзалах там покруче все это дело, поинтереснее. Но они стоят дороже. Как-то так. А мне еще интересно, ребята, напишите в комментариях, а у кого есть уже беговая дорожка, вы реально пользуетесь по назначению или у всех там белье сушится? Я знаю многих. Вот, Вася, кстати, коллега мой из оркестра, у него там он вроде бегает вместе с бельем, правда. Вася, напиши в комментариях. Опа! И наверняка вы спросите, а чувствуется ли шов, да, который складной, как вот, не знаю, этих там смартфонов, этих всех там Huawei, Samsung, там все это херобонина. При ходьбе чувствуется. Босиком вообще чувствуется в легкую. При использовании кроссовок, значит, там все педали, то есть беговых, там не беговых, у меня обычные там балансы, скажем, да, будет чувствоваться, но только при ходьбе. Где-то на четверке, на 4,5 прям ощущается, когда идешь, прям такой дудук, пяточками прям, как будто, знаете, как по массажеру какому-то идешь. Когда врубаешь уже где-то 9-10, ты уже бежишь, вообще это не ощущается. То есть она уже начинает ворачиваться так, что ты этого не ощущаешь. И еще раз повторяюсь, эта штука для дома, в принципе, неплохо. Xiaomi молодцы, заморачиваются, собрано офигенно, то есть материалы здесь просто топ, ничего вообще не могу дободаться. По минусам я опять же сказал, нет угла наклона, вот. Максимально, скажем так, если вы хотите прям люто-люто побежать, прям ускориться, здесь нет возможности прям, ну так, с какой, с хорошей скоростью побежать. Здесь вот только десяточка, как вы видели, я бежал. И из минусов, ну, не знаю, угол наклона, ну, все. Ну и шаталка, да, вот это. Но опять же, это если вы будете на максимум поднимать. Если вы, как видели, я опустил чуть ниже, то есть ты бежишь не вот так вот смотришь в смартфон, а чуть ниже, то есть бегом, скажем так, ты взор чуть-чуть потупив вниз, тогда все окей, тогда она не так сильно шатается. По мне штука классная, по мне штука не дешевая, вот, и по мне она сделана очень хорошо. То есть дободаться я не могу, то есть сказать, что, блин, ну за эти бабки, я не знаю, что подобное я могу купить. Который в шкаф нужно. Которую, да, по сути дела, в шкаф. Ну, вот у нас там занес, чулан поставил, и все. Это не будет здоровая херня, которая там стоят, на которой реально там развешивают там трусы, носки, каску и часы. Ну, там, да, да. То есть, стоит, и все, и ты ее никуда не уйдешь. Да, ты ее не сдвинешь. Это все, он спокойно взял, и вон так вот все. Пока-пока, ребята, все, до свидания. Чемодан. Да, ну серьезно, то есть, вон, чемодан-путешественник. Ее, в принципе, можно вон. Она не тяжелая, то есть, я ее спокойно поднимаю. Вот, оторвать ее мужику спокойно, ну, там одной рукой, не знаю. Да, можно, в принципе, да.
Вот, то есть она не такая уж тяжелая, но и она не двигтит, то есть она не шатается. В этом ее опять-таки плюс, да? Все, что хотел, что имел сказать, сказал. Пока.